Ребята, всем привет! Я сейчас делаю уроки, и сегодня, скорее всего, мы поедем в Икею, но это не точно. Мама с папой сейчас пошли в Икею, потому что маме приспичило посадить крокусы. Вдруг она вчера ночью сидела и говорит, блин, хочу посадить крокусы. Крокусы сажать мама хочет вот в таком вот деревянном ящике, только она хочет купить белого цвета. А в этом ящике, кстати, я буду делать какой-нибудь красивый букет. Правда, я еще не придумала, из чего мне делать букет. Мне кажется, здесь будет классно выглядеть букет бьюти, а также цветочки. Я еще не определилась, какой букет я буду делать, но ящик очень-очень красивый. Посмотрите, какой вообще у него цвет. В общем, мама хочет купить такой белый ящик и посадить там крокусы. Сейчас хотим повыбирать на органик зоны косметику. Мне очень нужны шампуни. Кстати, у них, смотрите, появились тканевые масочки, тоники разные. В общем, мне нужна мицеллярка, мне нужен шампунь и гель. Гель вообще уже закончился. Пока мама собирается, мы с Милашкой играем вот в такую игру. Здесь надо вытягивать, морковное поле. Чтобы оно не все взлетело. Да. Все. Милана мне уже вытянула, что я должна вытягивать по очереди. Тоже. Все, погнали. Мы приехали сейчас в Икею. Вначале зайдем в Икею, а потом еще походим по одежде. Здесь, кстати, уже доделали ремонт. А, нет, еще не все. Еще, смотрите, вот здесь не доделали. На первом этаже уже все доделали. И здесь кафешку уже открыли. Практически все сделали. Смотрите, какие здесь фонари есть. Очень красивый цвет. Такие достаточно высокие фонари. Красивые. По 600 рублей. 800. 699. Сегодня, кстати, сделала гофре, такую вот причесочку. Ой, обезьяна, смотрите, я даже ее вначале не заметила, как у нас. Смотрите, какие подсвечники здесь. Мы сейчас зашли в отдел со свечами. А еще мне нравится очень вот эта вот свеча, она просто гигантская. Ой, вот такая вот, смотрите, какая она. Очень-очень тяжелая и гигантская. В виде яиц появились свечи, такие вот серые. Но мне очень понравились вот эти вот подсвечники, прикольно выглядят. Три подсвечника. Смотрите, какая ваза, и это сразу же идет как фонарь, то есть сюда можно вот так вот свечу вставить, ну, только немножко ровнее это сделать, но мне кажется, выглядит прикольно. Вот большая. Таких поменьше нет, вот таких сделать? Нет, по крайней мере, здесь я не вижу. Смотрите, еще вот такие вот, в общем, на самом деле в Икее много всего интересного появилось. Такие вот как это называется? Здесь написано стеклянный клош. Ну, это типа как крышка такая стеклянная. Тоже прикольно. Набрали мы разных свечей. Белый, красный, зеленый. Потом покажу. Мы решили сейчас перекусить. Заказали вот такие вот чизбургеры Deluxe. Сейчас KFC. Сегодня по акции там 50-50. Два по цене одного. И, слушайте, решили воспользоваться промокодами в Макдональдсе, которые мы выигрывали в этой монополии. Вот заказали два напитка. Кока-колу и 7-Up. Правда, там столько льда накидали вообще. Ладно, все, всем приятного аппетита, кто кушает вместе с нами. Зашли сейчас в Лайм, здесь новое поступление. Смотрите, вот такие вот рубашки. Большие. Цвет красивый. Такой лилово-сиреневый. Смотрите, вот такое платье. Среднее. Скорее всего, хлопок прям. Процентный. Тоже цвет красивый. Uh-huh. Вообще люблю такой лиловый цвет. И еще такое платье есть вот в таком зеленом цвете. Такое фисташковое. Ну да. Ну, а вот смотри, лучше. Платье примерно фасон и качество, как ты белое заказала себе, да? Да-да-да, которое все засрали. Нет, засрали цветочек. Нет, и это засрали. А, ну как всегда. Да. Ну, то есть к этому... Смотрите, какая еще рубашка есть. О, это платье-рубашка. Ну да, это прям платье-рубашка. Вообще сейчас модно такие вот рубашки. Вот, смотрите, какое платье. Плечами крокодил. Сейчас вот ткань такая модная, как вот бумага. Но она так мнется, вот... это просто. Да. Она, конечно, мягкая, приятная, но прям такая плотная. Мне кажется, в таком платье будет жарко, так жарко. Оно вообще непродуваемое. Как, знаешь, это мешок. Так еще и гладить постоянно надо, а я вообще гладить не люблю. Вот такая кофточка.
Резиночка приятная. Прям резина. Майка такая. Резиночка. Ой, так мигает. Почему? Я не люблю, когда так мигает. Смотрите, какие футболочки. Слушай, футболка точно такого качества, вот как я. Вот мы заказали с тобой, где платье, да, и футболка прям очень такое похожая, тоже плотненькая. Ткань. Вообще, на самом деле, здесь много разных футболочек. Ну, они, в принципе, похожи, просто рисунок разный. Да. Ну, почему не гладкие? А вот, смотрите. Я вспомнила свои джинсы, которые белые с голубым. Mm. Да, похоже. Как-то такая моделька, да? Mm-hmm. Ну, как бы. Не моделька, рубашка с брюками. Смотрите, не сравнивать. А тоже, видишь, вот сейчас прям модно такие широкие. Да, широкие. Вот как у меня в горох тоже платье, да, но да, мне да, больше нравится его носить вот с поясочком. Допустим, ну, тоненьким и так черным. А я вообще вот это вот белое тоже платье. Тоже посмотри, прям бумага, да? Да. Белое платье, которое вот здесь такое, оно как сетка полупрозрачная, ага, я его взяла на море, на пляж. То есть накинула на купальник. Ну, как накидочка, да, такая? Да, вообще шикарно. И плечи закрыты, низ горят. И ты такая красивая. Такая вот юбка. Вам очень нравится такой вот стиль, когда сочетают несколько видов джинсов ткани? Цвета, да? Да. Мне кажется, здесь прям слишком много всего. Ну да. Смотрите, какая сумочка маленькая. Капец, мне кажется, мне сюда в телефон даже не влезть. Это точно. Сейчас хотим еще зайти в Бифри, посмотреть что-нибудь здесь интересненькое. Смотрите, какая прическа модная у манекена. Ой, сзади, смотри. Кстати, очень приятное качество. Не люблю длинные платья. Оно прям длинное, да? Да. Но оно не длинное, оно будет по щиколотке. Вот такие рукава фонарики, ага, объемные, модные. Вообще просто объемные рукава. И еще есть такая в розовом цвете. Беленькая, прикольненькая. Мама, это что, что я искала? Нос Бей. Мерзнуть не будет. Бей. Смотрите, какая сумка дутая. Очень легкая, но такая объемная, массивная сумочка. На Валберисе позаказывать вот такие вот атласные резиночки, говоришь, сейчас. Ты что, тоже заказала? Я их носила. В смысле не носила? И атласные. Нужно хотя бы еще одну атласную заказать. Да-да. Именно так. Масочки. Скрабики, соль для ванны. И мыло. Купили сегодня вот такие вот подсвечники. Это нам бабушка на 8 марта подарила. Купили 3 подсвечника таких. Один, смотрите, уже зажгли. Это очень-очень красиво выглядит. Сейчас выключим свет, покажу вам. И милашка распаковывает второй подсвечник. Но это не подсвечники называются, это фонарь. Здесь еще, смотрите, удобно ручка есть. И можете спокойно переносить в любое место. Запах просто нереально. Такой приятный. Вообще, вот эти вот бомбочки, вот, которые мне подарили на Новый год в такой упаковке, в такой упаковке треугольной, все бомбочки суперские. У меня осталась одна бомбочка Bubblegum розовая. И остальные я уже все израсходовала. Мы зажгли все 3 фонаря. Посмотрите, как это классно выглядит. Просто вообще красота. Мне очень нравится. Но мы потом хотим вот эти вот светильники, фонари в угол туда вот поставить. Ну, там нужно убрать, там очень много шариков у нас. И мишка вот этот вот, в общем, там мы уберем. И, скорее всего, в этот угол поставим эти фонари.
и будет вообще красота. Ну, на этом мое видео подходит к концу. Всем большое спасибо за просмотр. Завтра, кстати, я буду делать подарки на 8 марта, собирать разные боксы, так что, кому интересно, обязательно заходите. Ну, а на этом всем пока-пока!